провели третью игру. Понятно, что, наверное, сегодня ничего она уже не решала. Но, тем не менее, с каким настроем и планом выходили? Выходили с планом победить. Просто хотели дверь эту захлопнуть, просто красиво уйти с паркета. Но, я не знаю, просто, видимо, сегодня фортуна не на нашей стороне была, поэтому, можно сказать, что много не получилось. План на эту игру был выиграть ПНЦ в последнем туре, но, к сожалению, опять же, не взяли свои моменты, и по итогу счетный табло 6-6. Знали, что соперник, наверное, проигрывал с крупными счетами, забили первыми. Была уверенность какая-то, что ваша игра сегодня? Просто вышли уверенно. Я думаю, что сыграло то, что у нас сегодня была всего одна замена. Поэтому как бы первый тайм еще более-менее провели, просто давали очень сильно бить, и все. Лучше бы сыграли в обороне увереннее, не давали бы принимать мяч, я думаю, результат был абсолютно другой. Поэтому результатом я не удовлетворен. Ну, соответственно, забили 3 мяча, думали то, что игра будет в наших руках. Опять же, за первый тайм еще это провели уверенно. Мяч был под нашим контролем, но во втором тайме просто-напросто устали, потому что была одна замена у команды соперника, было 3 полноценных четверки. Много моментов было, с реализацией не получилось сегодня, как раз усталость сказывалась? Ну, наверное, не усталость, просто нужно ножку получше ставить и свои моменты реализовывать, вот и все. Ругаться на парней не буду, все свои силы сегодня отдали, поэтому все было классно. Единственное, хотели победить, победить не удалось, вот и все. Все-таки индивидуальные качества не позволяли нам реализовать свои сегодня моменты, и, соответственно, поэтому не смогли выиграть. Как в целом можете оценить турнир для вашей команды? Ну, как оценить турнир, когда ты две игры проигрываешь, а третью играешь в ничью с таким соперником? В принципе, сопернику очень хорошо, ну, хорошо комбинировали. В принципе, спасибо им тоже за игру. Оценю как неудовлетворительно все-таки нашу игру. Похоже, оценка неудовлетворительна, поскольку не выполнили план на предстоящий турнир. Спасибо большое.